Слушай, Эдисон, давай ты пожнешься к нам, чтобы с нами. Давай я тут в сторонке постою и просто повдупляю, потому что я ничего не понимаю. Нет, нет, хватит! Что это за хрень? Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Игорем и Женей мы будем сражаться со страшным боссом и проходить различные испытания. Да, ребята, всем привет! Да, ребята, всем привет! И как обычно, не забываем ставить лайки на наши видео, потому что чем больше лайков мы с вами наберем, тем больше видео мы вместе будем записывать. Ребята, и не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки на нас всех будут в описании. И пишите положительные комментарии, мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. Приятного вам просмотра. Итак, ребята, через пару секунд вы увидите страшную битву с боссом. А у тебя это нормально, что у меня мясо, да? Это нормально. Собственно, мы не знаем вообще, что делать. Мы не знаем, но мы посмотрим. Я куда-то ушел. Так, ждем Игоря, и мы нажмем на... Давай. Нажмем на кнопочку. Что это? Овечка. Асгор. Асгор. Это как Азлагор, только Асгор. Я тоже об этом подумал. Тут написано Мерси. Пощада? А вот файт. Файт. Ага, то есть мы могли пощадить ее и убить. Твое сердце выпало. Опа. Ты идиот. Что? Слышишь эту музыку, да? Да, что происходит? Чё за наркомания? Кто-то что... Смотрите, это чебурашка. Это похоже на чебурашку. Чебурашка? Чё за хрень? Офигеть. Алло. Кто вообще эту карту нашел, а? Что делал, что при... Это громко! А, ребята, он стреляет по нам! Я потише сделал, а то жопа какая-то была. Что вообще делать нужно, а? Не знаю. А, слышишь, у меня алло, я умираю. Я сейчас умер. Что ты? А, я умер. Подождите, я жив. Пропали карта. Кто? Мне нравится. Подождите, тут есть, по-моему, такая кнопочка. А тут есть магазин, походу. Какой магазин? Кто-то вообще понял, что это было? Какой магазин? Подождите, тут я видел кнопочку из continue, типа продолжить. Давайте. А ну нажимай. Ага. Ага, то есть с того места, да? Прикольно. Я, конечно, все понимаю. Ага, нужно нажать на вот эту кнопочку. Видимо. О, мать твою, происходит! Что? Кто эту карту нахрен придумал, а? Собираем какие-то непонятные штуки. Так, еще раз, да? А куда мне уклоняться? Что? Куда мне бежать? Нет, меня зажало в блоках! Меня тоже! А! Какие-то головы летят! Эдисон, мы еще живы! Гварни! Ребята, давайте! Я болею за вас. Ой, так. Я вижу, прикинь. Привет. Опять вот этот зомби? О, вот бьем эту штуку. Бей ее, я сейчас умру, Игорь, спаси. Завис. Так, видео уже где-то 5 минут идет, я до сих пор не понял, что это такое. Игорь, нажми на кнопку, мать твою, что происходит? Слушай, Эдисон, давай ты пошнешься к нам, чтобы с нами. Давай я тут в сторонке постою и просто повдупляю, потому что я ничего не понимаю. Нет, нет, хватит! Что это за хрень? Игорь, я бегу к тебе! Я не понимаю вообще. Что за рандомная хрень? Что, куда вас, куда ты пэшит? Бог какой-то стоит. Я наблюдаю, я вообще ничего не могу делать. ТП-шься к нам, ТП-шься. Я боюсь. Не бойся. Может, мы вообще зря эту карту записываем? Ночью кошмары какие-то будут. Реально просто... Ой, ТП-шься. Да что это за хрень? Что делать? То паркур, то как-то зомби летающий нахрен. То перекидывается до... Музыка нахрен дьявольская какая-то. Я цепь-пойнт. Открываем пойнт, ребята. А вы цепь-пойнт открыли, да? Да-да-да-да-да.
воспользуюсь чекпоинтом, у меня какая-то... А почему меня сюда ты пешешь, твою мать? А, я же почти прошел, куда? Это рандом какой-то с ума может сойти. У вас тоже хп регенится? Почему нас ты бегает туда-сюда? Какие-то жуки на вас летят. С неба горящие мухи какие-то падают. Я один остался. А что это такое? Ты спрашиваешь, да, что это такое? Я... Никто не понимает, что это такое. Слава богу, это кончилось, твою мать! У меня уже психика нарушилась немного. Если честно, ничего не делал, я только наблюдал, но с меня уже хватит. А что, давайте попробуем, давайте последний раз попробуем. Не нажимай, я боюсь этой кнопки, Игорь. Только музыка не нравится. Это цветок какой-то дьявольский нафиг. Демонический. Можно спрятаться? Что делать нужно? Я не понимаю. Никто не понимает. Мухи летают. Кто не помылся? Сделано прикольно на самом деле. Так, я успокоился. Я тоже. Я уже Я спрячусь за Игорем. Ой. Игорь, прикрывай. А это ядерный бомб, потом немецкие летят. А я думал, это рыбы по ним, прикиньте. А, как? Как я умер? Ладно, я за вами наблюдаю. А почему нас ты пехает туда-сюда? О, а мы что, я умер. Я вообще не понимаю, что такое? Давайте, ребят. Ты чекпоинт не открыл. Ладно. Не, ты не открыл, тоже два раза жми. Еще раз. О, господи. Я не пройду никогда. Давайте. Call it for help. Ты позвал помощь. Какую помощь, Игорь? Игорь! Ты что наделал? О! Лайки, ребят, собираем лайки! Пальцы вверх! Кто сколько лайков собрал? Опять эта дьявольская хрень. Я к вам, ребят. Мы что-то прошли. Кто что прошел, кто что не прошел, я до сих пор ничего не понял, если честно. Что-то мигает. Что-то стреляет, что-то падает. Непонятно. У меня какие-то прыщи стреляют, не знаю. Ворнинг, что-то будет. Да куда нас ты пехает? О! Вау, что-то... А что это за хрень? Что такое? Окей, я, допустим, прохожу. Я, допустим, А, вот, нужно дойти до этого, опять до этой таблички, сейчас. Я почти дошел. Ну, почти все вместе дошли. Я бью. Не могу бить. Бей. Дальше. Ты позвал помощь. Ага, мы позвали помощь. Какую? Эти, собирайте мелодии. А, лайки. Лайки собирайте. А, боже. Да, тут, походу, типа, это босс, типа, свол. Я тут просто сгорел. Мухи. Что происходит на экране вообще? Какой-то... А Игорь говно, я буду бить Игоря. Да не бей меня, уйди! Я буду бить Игоря! Эдисон, я за тебя! Мы с тобой погибли, Игорь должен умереть! Я наблюдаю. Все, закачиваем эту карту нахрен! Что? Кто понял, в чем суть этой карты? Я нет. Я понял. В чем? Позвать помощь. В мухах и тараканах или что там было? Нам не помогли. Нас приедет. Предатели, никто не пришел на помощь. Предатели. Мне кажется, нужно просто заканчивать это видео, потому что у меня уже психика нарушена, я должен только не помочь. Я тоже. Вот давайте в это кафе пойдем, вот тут, в мирной обстановке закончим. Давайте. А то там вообще дьяволы какие-то. Печки какие-то страшные. Вот, за столом вот эти. Да, ну как. Все успокоились. Желаю, чтобы никому сегодня кошмары не приснились. Да это жопа была, честно. Ладно, будем заканчивать? Да. Что сказать, я просто растерян какой-то. А вы, ребята, не забывайте подписываться на наш канал. И ссылочку мы на карту оставим в описании. Не ставим, а то еще смерти будут. Нет, мы вас пожалеем, ребят. Мы пожалеем вас, ребята. Есть какие-то экстремалы среди вас, да? Но мы подумаем, да? Да, ребят, самое главное, не забываем ставить лайки, и только для того, чтобы мы больше не записывали такие карты, а записывали какие-то нормальные.
принципе, мы будем рады каждому лайку, чтобы мы записывали больше видео вместе. Ребята, всем спасибо за просмотр. Да. Всем удачи. Всем пока. Пока. Всем пока.